29 октября на базе инженерно-технологического факультета Елабужского института КФУ прошел 8-й межрегиональный конкурс по технологии «Созидательный труд школьников». В нем приняли участие более 100 ребят со всей Республики Татарстан и соседних регионов. Организаторами конкурса выступили преподаватели и студенты Елабужского института. Они тщательно подготовили конкурсную программу, которая состояла из трех этапов – теория, практика и творческое задание. Как отметили школьники, они с интересом участвовали во всех этапах, представляли свои проекты и учились чему-то новому. Я представляю творческое изделие, а именно башню Кул-Шарифа. Мы приехали сюда и надеемся, что мы сможем победить. Все было очень хорошо, мне понравилось. Надеюсь приехать сюда вновь. Вместе с участниками приехали и учителя, которые помогали им готовиться к конкурсу. Мы 8 лет подряд, наши дети участвуют в этом конкурсе, который очень важен для нашего предмета. И мы к этому конкурсу готовимся. И это как бы очередной шаг такой к подготовке к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников по технологии. По итогам победителей и призеров наградили дипломами, а педагоги, подготовившие юные таланты, получили грамоты. Анна Глазнова, Сирена Иванова, Айдар Салихов, Универньюз.